Сегодня в Доме правительства региона прошла панихида по выдающейся землячке, почетному гражданину Белгородской области Марии Афанасьевне Деркач. Ее называли самой орденоносной женщиной Белгородской области. 20 последних лет она возглавляла областной совет ветеранов. Проститься с Марией Афанасьевной пришли сотни людей, заботами которых она жила. Белгородская академия «Амакидс» провела первый городской чемпионат по ментальной арифметике. Гении вычисления от 6 до 10 лет показали то, что большинству взрослым не под силу. На базе отдыха БГТУ имени Шухова в Борисовском районе состоялись соревнования «Путь силы». Испытание на выносливость прошло около 100 воспитанников военно-патриотических клубов региона. С какими заданиями им пришлось справиться? Сегодня в Доме правительства региона прошла панихида по выдающейся землячке, почетному гражданину Белгородской области Марии Афанасьевне Деркач. Ее называли самой орденоносной женщиной Белгородской области. 20 последних лет она возглавляла областной совет ветеранов. Проститься с Марией Афанасьевной пришли сотни людей, заботами которых она жила. Белгородская академия «Амакидс» провела первый городской чемпионат по ментальной арифметике. Гении вычисления от 6 до 10 лет показали то, что большинству взрослым не под силу. На базе отдыха БГТУ имени Шухова в Борисовском районе состоялись соревнования «Путь силы». Испытание на выносливость прошло около 100 воспитанников военно-патриотических клубов региона. С какими заданиями им пришлось справиться? –